Сегодня хочу в нескольких словах ответить на часто встречающийся вопрос, чем делать разметку на войлоке и на шаблоне. В принципе, у меня со временем наработался такой очень простой набор. То есть на самом войлоке я могу на ткани, допустим, делать разметку простым карандашом, который хорошо отточен, или белым карандашом, который используют обычно портные в своей работе. Этот карандаш легко смывается, состирывается с войлока из ткани. Разметку на готовом войлоке, как правило, я делаю обмылочком, кусочком мыла тоненьким, который потом просто, как правило, можно смахнуть рукой. А вот что касается шаблона, ну, кстати, вот на самом войлоке, да, еще важный момент, можно использовать акварельные карандаши. Если вам после этого войлок еще надо стирать, акварельный карандаш, он обязательно очень хорошо состирывается. Но все равно я советую лишний раз не рисковать, а использовать все-таки цветные карандаши достаточно, ну, такие близкие, да, на белом не надо рисовать черным, нарисуйте лучше там светло-голубым или розовым, да, для того, чтобы, ну, вдруг неизвестного производителя акварельный карандаш, чтобы вам не оставил следы. А вот на шаблонах, да, шаблоны я обычно всегда размечаю белым масляным маркером, я знаю, что он не смывается водой, хорошие маркеры, которые не растворяются водой, их очень удобно использовать в работе. Они бывают разных производителей, я привыкла вот к этим. То есть набор, в общем, такой элементарный. Если минутки о войлоке в таком формате вам интересны и полезны, ставим лайки, подписываемся, а мы вам всегда рады.